Кустанае после хирургических операций пострадали 5 детей. Среди них 3-летний мальчик, который почти 2 недели находится в коме. В таком состоянии ребенок оказался после плановой урологической операции. Он помещен в отделение реанимации с диагнозом токсическая энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения. Остальные 4 после высокой температуры за 40 начали медленно приходить в себя. При этом самый маленький пациент, которому 2,5 года, не мог самостоятельно передвигаться еще 7 дней после операции. В общей сложности каждое хирургическое вмешательство заняло от 5 до 40 минут. Создана рабочая комиссия для разбора данного случая. На данный момент 4 детей выписаны домой, 1 находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении областной детской больницы. Вся дальнейшая информация будет оглашена после завершения работы комиссии.